Всем привет! Вы на канале Gadget Mania, и сегодня мы распакуем наушники AirPods 2, копия 1 в 1, прямо вообще залетает на ура. Итак, проект «Бизнес с нуля», я начинаю, поехали! В общем и целом, приехали наушнички, предыдущую серию можете посмотреть, так же как несколько до этого, порядка 6 или 8 серий я выпустил. Они не длинные, коротенькие видосики, в которых я объясняю вообще, к чему это все ведет. Итак, давайте посмотрим на внешний вид. Как вы могли убедиться ранее, это отличнейшая упаковка. Здесь замята непосредственно, скорее всего, при транспортировке. Присутствуют все наклеечки, лейбы, полиграфия должна быть на очень хорошем уровне. Значочки прям, ну вот тут вот, да, иногда пишут вот так вот косенько, кривенько. Давайте вот так вот, да, чтобы у нас фокус, как говорится, приблизил. Итак, открываем. Упаковано, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Я даже, скажем так, сохраню вот эти вот пленочки и постараюсь открыть максимально аккуратненько, как бы я, допустим, поступил с оригиналом. Ничего страшного, что это не оригинал, но, опять же, никто не отменял хорошего отношения к вещам. Я люблю относиться к вещам хорошо, я по жизни отношусь ко всем продуктам, без разницы, сколько они стоят, очень-очень хорошо. Я даже сохраняю бумажки от каких-нибудь сухариков. Не суть. Итак, открываем. Открывается, кстати, также ущербно в плане, как и продукция компании Apple. Иногда коробку с айфоном открыть, но сейчас вроде поправили, картон сделали нормально. Видите, мне из-за пленок, из-за этих, все уже давным-давно открыл. Опачки! Вот так вот открыли, и нас встречает вот такой вот конвертик. Ничего вам не напоминает? А, друзья? Это просто офигенно! Итак, дальше у нас наушнички. Они упакованы следующим образом. Я серьезно. Люди, блин. Китай, вы серьезно? Это... Я сейчас без всяких эмоций. Точнее, эмоций много. Я без предубеждений. Но пока что мне очень все нравится. То есть хлястик. Ага, соблюли. Дальше. В дешевых копиях у нас вот эта штука. Вот этот пластик. Он очень дешевый. Здесь норм. Дальше. Да ладно, лежит Lightning, не просто кинут, а он лежит и упакован так, как он должен быть упакован в оригинальных AirPods. Lightning белый, не знаю, что по качеству, но в общем и все, больше в коробочке у нас ничего нет. Вот так вот это все ставится. И самое главное, посмотрим, есть ли полиграфия внутри этого конвертика. Да, полиграфия есть, написано AirPods. Дальше все отметочки как положено. Есть вот такой вот мануал. У меня нету второй версии AirPods, у меня есть первая. Поэтому будет отдельное сравнение с первой версией. Здесь нет никаких инструкций, здесь просто два талмутика в виде вот таких вот гарантийных, наверное, или просто обязательств. А вот здесь у нас написано, то есть хорошая, понятная инструкция с картинками, чтобы вы понимали. Причем картинки продублированы на нескольких языках. Китайский, какой-то там другой китайский и английский. С другой стороны также. А? Ну, как вам? Нормально? Ну вот, всем, кто не верил, что такой бизнес может пойти. Теперь главное донести до покупателя, что они могут приобрести качество по весьма интересной цене. Итак, давайте я внешне пока взгляну на то, что меня встречает. Ну, бокс, хорошо. Давай. Мы сохраним все эти этикеточки. И пока что. Опачки. Ну, что я могу сказать? Пластик. Китай был бы не Китаем, если бы новые наушники, этот пластик не был бы изначально уже немножко в мелкую такую царапину. Это как минимум. Как минимум видно на очень хорошем освещении. Но пока что, слушайте, вот торцы, все подогнано очень-очень хорошо. Гремят ли наушники, чуть-чуть гремят. Как у нас открывается? Опа! Да ладно! Серьезно! Не хлюпкий,
не хлюпки. И посмотрите, что происходит. Давайте сфокусируемся. Видите серийные номера в крышке? Посмотрите внешнее качество. Это товар, который в рознице стоит 4 900 4 600. Друзья, это AirPods 2 с беспроводной зарядкой и со всеми вытекающими. Так, наушник. Снимаем один наушник. Здесь у нас присутствуют какие-то лейбочки. И что мы видим? Ну, мы видим как минимум. Да ладно, это просто обалденно. Посмотрите. Это просто мега, супер, круто. Сеточки, датчики. Да ладно, такого не бывает. И что, на наушниках есть? Да ладно, ребята, серьезно. Смотрите, на наушниках серийные номера. Вы что, серьезно? Ой, это бомба какая-то. И что, на втором есть? Работает ли магнит? Так. Да, магнит работает. Что у нас внутри? Ну, внутри такая же контактная площадка, как на оригинале. На втором все то же самое. Слушайте, ну, друзья, это какой-то космос. И что я могу сказать по внешнему виду? Ну, безусловно, если вы фанат Apple, если вы все знаете об Apple, вы, скорее всего, различите. Хотя мне сложновато. Это AirPods 2 с беспроводной зарядкой. Копия люкс 1 в 1. Стоимость 4 600 4 900, в зависимости от региона. И в следующем видео мы посмотрим, как же они подключаются к телефону. Вам большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставь лайк или дизлайк, если понравилось. Обязательно пиши Дональд Дак в комментариях, чтобы я понял, что вы досмотрели до этого момента. Что думаете после этого? Даже злые хейтеры должны понять, что это нормальная тема. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.